В Люберцах состоялось заседание Совета депутатов. На повестке дня стояло 8 вопросов. О наиболее значимых расскажем в сюжете. О работе за 2022 год и планах администрации на ближайшие месяцы рассказал глава округа Владимир Волков. 2023 год – это год большой, серьезной избирательной кампании в Подмосковье. Выборы губернатора, которые пройдут 8, 9 и 10 сентября. Нам вместе с жителями предстоит определить дальнейший вектор развития округа и всей Московской области. Бюджет муниципалитета на особом контроле депутатов. О расходовании средств отчитался первый заместитель главы администрации Илья Мотовилов. По итогам 2022 года исполнение расходной части составило 14 миллиардов 200 миллионов рублей. На реализацию 17 муниципальных программ в сумме 13 миллиардов 900 миллионов рублей. И на непрограммные расходы 300 миллионов рублей. Также депутаты утвердили порядок выявления, учета и оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность, внесли изменения в положение о присвоении, изменения аннулирования адресов объектов недвижимости и заслушали отчет о деятельности молодежного парламента при Совете депутатов. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Спасибо, коллеги. Вопрос принят.